Видно? Да, грузится, вот, да, теперь появилось. Ну, со звуком плохо. Да, вы как-то микрофон можете настроить получше немного? Нет, он у нас он уже на максимальном. Все, вот, сейчас слышим теперь хорошо. Теперь слышно. Коллекция биографических материалов Ященко является частью фонда справочно-библиографического отдела Библиотеки Российской Академии Наук. Смотрите, как представляет собой собрание публикаций, книг, брошюр, статей, сборников и периодических изданий биографического содержания. Аркадий Акимович Ященко – литературовед, историограф, член-корреспондент Академии Наук СССР. Работал в славянском отделении БАН. В течение жизни собрал обширную и разнообразную коллекцию материалов. Передача этого собрания в БАН началась при его жизни и осуществлялась в нескольких приемах. К сожалению, коллекция не сохранилась как единое целое. Под названием «Коллекция биографических материалов Ященко» следует понимать ту часть общего собрания, которая в 50-м годах физически еще представляла собой... Писать доклад и показывать библиографическое пособие в деталях. Я так не умею. Представляет собой единый мотив. Хронологические рамки ее начала... У кого включен микрофон? Выключите, так, пожалуйста. Извините, пожалуйста, да, выключите все микрофоны, кроме докладчика. Начало 19 века по 1931 год. Героями публикации являются отечественные и зарубежные деятели с древнейших времен по первые треть 20 века. В конце 50-х годов сотрудник СБО Любовь Григорьевна Гринберг обработала часть коллекции, включила ее в инвентарные книги СБО и составила отдельную рукописную топографическую картотеку. Эта часть включает в основном книжные и брошюрные издания и журнальные статьи, последние сформированные в конвалюты. И насчитывает более 6 тысяч переплетов, приблизительно 35 тысяч документов. Другая часть коллекции – газетные, журнальные статьи и другие материалы, приблизительно 22 тысячи документов, также доступны читателям БАН. Эта часть коллекции разобрана и расставлена в алфавите персон. С 2020 года в СБО ведутся предварительные работы по созданию базы данных на программном обеспечении «ИРБИС», коллекция с полнотекстовыми приложениями распознанных документов. Целью работы является раскрытие содержания документа библиографическими средствами и методами индексации и создание словаря персон и авторов публикаций с полными именами, датами жизни, характеристикой деятельности и биографической привязкой. Коллекция Ященко, да? Просмотр документов и пробный ввод информации показали, что коллекции свойственно разнообразие документов с точки зрения признания их материалами биографического характера. Так личность и деятельность человека может быть отражена во многих документах и активно, как представителя профессии в целом, и в частности, как участника диспутов и дискуссий, автора сочинений, в том числе мемуарных, в его отношении к политической ситуации и нравственной проблеме, и пассивно, в качестве объекта критики, героя воспоминаний, человека, о котором написан некролог, и другое. Другой человек мог появиться в коллекции один раз, когда уже выработаны основные принципы работы по вводу информации. Наиболее трудоемкой и в то же время интересной частью работы является предварительная подготовка документа для ввода его в базу. Эту часть работы можно разделить на несколько этапов. Первое – уточнение библиографического описания документа. Коллекция представляет собой разнообразные документы. Книги, брошюры, журнальные статьи, листовки, пригласительные билеты, афиши, охранительные свидетельства и даже рукописные документы. Вырезки статьи из газет и журналов, фрагменты текстов книг, иллюстративный материал, о подавляющем большинстве это портреты, которые опубликованы на страницах периодических изданий. Как правило, выходные данные источника, из которого был изъят опубликованный документ, был приведен собирателем коллекции, но недостаточным для современного библиографического описания объема. Иногда эти сведения бывают ошибочными. По возможности мы стараемся дополнить недостающие для полного описания данные и посмотреть первоисточники девизу. Некоторые из них установить не удается. Большая часть этих первоисточников есть в фондах БАН.
отечественные газеты и журналы, сборники, монографии. Но в коллекции имеются вырезки из иностранных газет и журналов, а также рецензии на статьи из иностранных периодических изданий. При отсутствии нужного переисточника в банк возможности находим цифровую копию материала для составления корректного описания. В дальнейшем планируется при необходимости обращение к фондам других библиотек для восстановления этого описания. Следующий этап – это работа над раскрытием основных данных об авторе публикации. В базе приводится по возможности полное имя автора публикации, разночтение имени и даты жизни, псевдонимы и акронимы раскрываются. Автору присваиваются предметные рубрики в соответствии с его профессиональными занятиями. Ученые, писатели, актеры, военные, государственные, политические деятели и так далее. Иногда одной персоне может быть присвоено несколько предметных рубрик. Далее следует... Далее следует работа над основным текстом документа. Определение предметных географических рубрик, которые могут быть присвоены всему документу. Определение персон, имена которых должны найти свое отражение в базе с раскрытыми именами, уточненными годами жизни и предметными рубриками. Человек, ради которого конкретный документ попал в коллекцию, как правило, определен самим собирателем, но по мере знакомства с документом круг имен может расширяться. Например, при описании группового портрета в базу было введено 34 персоны. А также иногда могут быть обработаны соседние фрагменты документов, не относящиеся к персоне, информация о которых входила в круг интереса Плященко, но имеющие биографическую направленность. Чаще всего это некрологи. Некоторая часть документов, мемуарная литература, имеющаяся в собрании Лященко, нашла свое отражение, зафиксировано в библиографическом указателе «История революционной России» в дневниках, письмах и воспоминаниях, но не имея ограничений по объему вводимой информации при составлении записи в базе, круг персон несколько расширяется по сравнению с тем, который представлен в указателе. Иногда имя персоны в литературе мемуарного характера не называется, но они приводят интересные сведения о жизни и факты биографии. По возможности биограф пытается атрибутировать этого персонажа, опираясь на справочные издания и возможности фонда библиотеки. Например, в одной из публикаций мемуарного характера, посвященной первым годам существования русского общества пароходства и торговли, это конец 50-х годов XIX века, дается очень лестная характеристика человека, управляющего конторой. Это истинный аристократ, высокопросвещенный деятель, боевой офицер, бесконечно добрый, благородный человек, ну и так далее. В тексте статьи имя его не называют, только первые буквы имени и фамилии, А, Е, В. Просмотр литературы, посвященной истории общества, не помог раскрыть имя персоны, о которой сказаны эти прекрасные слова. Только обращение к газете «Листок русского общества пароходства и торговли» сделало возможным восстановить имя человека, о котором идет речь. В одной из статей упоминается имя почетного управляющего конторы общества, выдающегося ученого и государственного деятеля Александра Егоровича Влангали. Таким образом, имя этого человека пополнило слова персонали. При таком поиске, конечно, возникает вопрос, когда библиограф при уточнении имени персоны и биографических сведений о нем должен остановиться. Например, акроним А. Е. В. был раскрыт библиографом, а имя автора публикации «Тады жизни» остались неизвестными, хотя при определенных и довольно значительных затратах имя автора, вероятно, возможно уточнить. Не исключено, что какие-то уточнения в плане раскрытия имени и даты жизни автора и героя публикации будут сделаны и в процессе обработки других документов из коллекции. Также одной из проблем является то, что в собрании есть значительное число имен людей, которые жили в период слома и эпох и оставили свой вклад в истории науки и культуре имперской России. После 1917 года в судьбе многих из них произошли перемены, а этапы в дальнейшей жизни в настоящее время не приведены в каком-либо авторитетном источнике. При обработке документов отражение в базе четких параметров для раскрытия имен в настоящее время не выработано. Данный отбор несколько субъективен. Но определенно персона находит свое отражение в базе, если она является объектом интереса собирателя коллекции или имеется ее портретное изображение.
Таким образом, к проблеме формирования комплексной электронной записи, которая выявлена уже сегодня, относится разнообразие видов документов, уточнение источника, уточнение данных о персоне, авторе публикации, раскрытие псевдонимов, разыскание фактических сведений о коллективах, событиях, датах, адресах, аннотирование и предметизация. Работа потребует значительных трудозатрат, привлечение широкой источниковой базы, достаточного уровня профессиональных знаний и не менее библиографов-составителей, понимание картины жизни представителей разных социальных слоев России и СССР. Можно надеяться, что на продвинутом этапе библиографическая база данных, коллекция библиографических материалов, ящика, с приложением сканированных документов станет полезной пользователям-гуманитариям, как представляет определенный информационный средств, переломного периода в истории России, разумеется, через восприятие его создателем коллекции.